материться, да, вот такой закон. Да, я от вас, кстати, узнаю, слава богу, я от вас все новости сейчас пока это. Вот. Запретили, да, то есть это сейчас в кино и так далее, да. Вы знаете, надо же. А мы еще только вчера сидел в монтажке, и мы там сцена, там, значит, у нас сейчас «Марсианин» фильм мы монтируем, и там у нас космонавт, главный герой, значит, изучает, и у него очки падают, там, значит, ну там эти... И он там говорит, ой, бля, знаешь, вот это вот. И мы думаем, что тут, если... вроде как неплохо получилось, естественно, вроде, смотришь, фраза прям сыграна так. Думаю, ну давай заменим на блин, что ли, что тут. Как-то вот это, видишь, оказывается, у вас это. Все, я даже не знал. Вот, но я, знаете, я к этому как отношусь, да, вот если в целом. В целом, у меня нет вот такого, что, о, хорошо, что запретили материться, да, это будет, наше общество будет лучше, там, чище, там, еще что-то. Вот у меня нет, я не, думаю, что не в этом суть, не в этом, как бы, нравственность или еще что-то, понимаете. Это как бы другие, это немножко в разных местах находится. Вот эта форма, да, форма, и... Само общество с его идеалами, с его какой-то идеей, с его моралью, то есть как бы с пониманием добра и зла, то есть с чем согласилось большинство, например, с пониманием самоидентификации, да, то есть вот это все, ну, мать, ну, у нас красивые, кстати, матерные слова, они во многих языках нет такого, мы потеряем, есть, не знаю, то есть иногда люди как-то, я к этому отношусь одним словом, лояльно. Вот.